Поговорим немножко о сервисе с точки зрения удобства клиента в момент процедуры. Итак, первое, что всегда будет волновать клиента, насколько ему будет комфортно находиться в кедровой бочке. Когда мы говорим о продвижении нашего бренда через интернет-каналы, то здесь очень важно показать вот такую подборку фотографии, при которых у клиента снимаются проблемы, связанные, войду ли я в бочку, как я буду отдыхать после процедур с кедровой бочкой, насколько мне будет комфортно получить ту или иную процедуру, насколько около меня рядом будет персонал, который за мной будет ухаживать, и я не буду чувствовать опасности, находясь в таком замкнутом пространстве. У нас для вас отличная новость. Сейчас действует акция на покупку кедровой бочки от компании «Фитородник». Для зрителей канала действует скидка 5%, а также подарки при покупке фитобочки на сумму 3000 рублей. Переходите по ссылке в описании и выбирайте настоящую кедровую бочку для дома и для бизнеса. Поэтому сегодня очень важно нам всем понять, что услуги, связанные с кедровой бочкой, это прежде всего услуги безопасности. И здесь сервис выходит на первое место. Итак, обратим наше внимание, что для клиента в процессе процедуры это должно быть удобно и безопасно. Удобство определяется, насколько мы правильно разместили клиента по высоте сидения, как удобно ему следим за температурой, и если температуру повышаем постепенно, если это необходимо, понижаем, если вдруг человек говорит, что ему достаточно горячо. То есть вот это постоянный контакт человека, который обслуживает процедуру, и клиента, он очень-очень важен. Второй момент, который, на что очень важно обратить внимание, что если клиент большой, если он крупный клиент, то он все равно поместится, ничего сложного в этом нет, что мы гарантируем, что бочка вмещает в себя клиентов, как скажем, и самых маленьких, и самых крупных, и клиенту будет комфортно. Сервис начинается с удобства, сервис начинается с того, как мы ухаживаем за нашими клиентами, как мы о нем заботимся. И здесь это надо показывать через фотографии, рассказывать и, конечно, обслуживать клиента, обращая на это очень-очень пристальное внимание. Клиент всегда прав, и об этом нужно помнить. Сейчас поговорим о сервисе. Сервис – это прежде всего чистота, расходные материалы. Это та атмосфера уюта и комфорта, которую мы создаем для своих клиентов. Итак, я хочу вам представить компанию «Чистовия», которая достаточно хорошо укомплектовывает расходные материалы в кедровой бочке. Можно очень комплексно и быстро по интернет-магазину это все заказать. Доставка стоит незначительные деньги. У них хороший поставщик, транспортная компания. И я думаю, что вы будете довольны этими материалами. Итак, все расходные материалы мы с вами поделим на две категории. Это категория парения стандартного обычного и так называемая категория VIP-парения, когда мы постараемся создать нашим клиентам максимальный комфорт и максимальное удобство. Я объединила пакеты расходных материалов по двум категориям клиента: масс-маркет, массовый рынок, и так называемый средний класс или middle class market, когда мы постараемся с вами создать возможные программы парение по-царски, парение с текстильными травяными ковриками и так далее. Вот давайте сейчас с вами посмотрим, с чего можно начать и как выбирать аксессуары, расходные материалы для парения. Итак, первое, что мы видим с вами, это голова нашего клиента, которая оказалась над бочкой. Самое комфортное и самое приятное, что мы видели в ощущениях клиента в аспекте качественного сервиса, это так называемые специальные
травяные шапочки, которые простеганы, там внутри простегана трава, человек себя чувствует очень комфортно, они есть специальные антистрессовые для укрепления волос и так далее, достаточно дорогие. Для кого они подходят? Они подходят человеку, который придет несколько раз. Допустим, он покупает у вас пакет, пакет оплачивает за 10 процедур парения или на месяц 10 процедур парения, и вы ему выдаете такую многоразовую травяную шапочку, которую он с удовольствием использует для своих процедур. Вторая по категории, вот это шапочки, которые я рекомендую для мужчин, потому что всевозможные чепчики и всевозможные повязочки им дискомфортно, шапочки для сауны они понимают. Они понимают, что что-то надо одеть на голову, и эти шапочки им просто дают такой какой-то некоторый комфорт и не дают ощущения, что они в ночных чепчиках по-немецки. Следующая категория – это травяной коврик на сиденье в кедровые бочки. Тоже относим к программам для среднего класса, VIP-парения, к парению с подарочными сертификатами и так далее. Вот в видеороликах о парении по-царски вы увидите этот коврик. Он прекрасно очень издает также ароматы и дает потрясающий комфорт. В категории масс-маркет хорош для пакетных программ. 5-10 процедур в категории среднего класса на VIP-парение, подарочные сертификаты. Обратите внимание, мы очень часто женщинам с длинными волосами, вообще с хорошей прической, делаем так называемые обертывания из полотенец. Это очень неудобно, дискомфортно, полотенца эти развязываются, выглядит смешно. Поэтому мы рекомендуем приобрести так называемые одноразовые повязки на голову, многоразовые, простите, которые полностью создают комфорт, верхняя часть головы свободная, ей легко, пот не стекает на глаза. Вот это вот особенность данного расходного материала, или спа-текстиля его еще так называют, когда человеку пот не течет на глаза, и ему достаточно комфортно в этой шапочке. Так, фиксатор для волос одноразовый. Вот здесь мы берем многоразовый текстиль, который нужно ухаживать, следить, стирать. Это для среднего класса и выше. Одноразовый фиксатор для волос. То же самое очень хорош, когда мы не хотим наворачивать какие-то сложные полотенца. Очень хорош для быстрых программ. Женщинам комфортно и очень приятно в таком таком мини-чепчике. Более солидный, более серьезный чепчик, вот такой легкий. Он хорош для девушек с большими длинными волосами, с большой прической. Он прибирает всю прическу, даже если у девушки какая-то особая укладка, он позволяет ей сохранить эту укладку, скажем так, в первозданном виде. Это также обязательный аксессуар для middle и для масс-маркет класса, потому что голова должна быть как-то прибрана, как-то закрыта от процедуры. Это обязательно. Обратите внимание, что после процедуры парения мы всегда принимаем душ. И душ – это как раз вторая, тоже очень важная часть процедуры парения. И человек должен чувствовать себя в ней комфортно. Если не предполагается мытье головы, то клиент наш одевает вторую шапочку, специальную шапочку для душа. Из практики мы пришли к удивительным вещам, что все, кто принимает душ, хотят помыться мочалкой, потому что кожа хорошо пропотела, отстает мертвые клетки, и мы предлагаем такую вещь, как одноразовая мочалка. Обычно мы кладем одно мыло, и все. Здесь очень приятно и очень понятно человеку, когда он этой одноразовой мочалкой моется, трется. В общем-то, это очень повышает ваш сервис и лояльность к вам, ваших клиентов. Теперь находка, которую мы сделали в процессе долгого обслуживания клиентов в кедровых бочках, это так называемые одноразовые носки. Прошу обратить ваше внимание, что это не бахилы, а именно носки. Почему? Бахилы целлофановые неловко, неудобно, неприятно. Одноразовые носки дают очень большое доверие, кредит доверия к вашей кедровой бочке. Потому что это ноги наши самая уязвимая часть с точки зрения грибковых инфекций, всевозможных, скажем так, особенности стоп,
ноги очень потеют и так далее. Если мы кладем обычный текстильный коврик, то в процессе парения человек как-то двигается, коврик смещается, и он оказывается босиком на деревянной подставке. Это для человека то также неприятно, потому что он понимает, что как бы аккуратно все чисто не обрабатывали, мы не можем мыть бочку капитально, так как мы ее моем дома. Психологически люди, кому одевали эти носки, были нам благодарны, говорили о хорошем сервисе и так далее. Безусловно, если мы принимаем процедуры парения в домашние кедровые бочки, то желательно такие носки не одевать, чтобы ноги также парились. Но здесь еще есть одна особенность, что весь пот, который стекает по ногам, он попадает в эти носки, и нам наши бочки, что называется, становятся чище, лучше и меньше за ней ухода. Итак, одноразовые носки компании Чистовия стоят 4 рубля, должны входить практически в каждый пакет парения и middle class, и mass-market class. Мы рекомендуем их использовать в двух пакетах. Значит, спа-текстиль мы рекомендуем приобрести одноразовые махровые полотенца для шеи. Здесь просим обратить ваше внимание, что есть процедуры, которые требуют так называемый эффект ингаляции. К ним относятся процедуры антистрессовые, процедуры для дыхания, для бронхов, для противопростудные, иммунные и так далее, когда необходимо вдыхать лечебный пар. Здесь мы рекомендуем текстильное полотенце на шею не делать. В стандартной процедуре текстильное полотенце дает концентрацию пара. Пар не выходит из кедровой бочки, и если это процедуры похудения, коррекции фигуры, подтяжки кожи, то вполне уместно такое махровое полотенце на шею сделать. И такой очень важный момент, что эти полотенца должны быть тоже корректные, удобные по форме шеи, они накладываются человеку перед тем, как клиент садится в кедровую бочку. Одноразовые полотенца для сидения и под ноги. 5 рублей 70 копеек – расходные материалы для категории клиента масс-маркет. Итак, если вдруг у нас с вами закончились одноразовые носки, то мы обязаны с вами под ноги положить одноразовые полотенца. В то же самое кладем полотенце под сиденье. Одноразовое нижнее белье – это стринги, как мужские, так и женские. Мы рекомендуем обязательно делать в пакете. Очень часто в форматах бассейнов, в форматах фитнес-центров наш клиент приходит в купальных принадлежностях. Но если мы с вами работаем в спа-центре, и человек действительно пришел попариться, корректно переодевается, корректно помогаем ему пройти в кедровую бочку, корректно он там размещается, и, конечно, когда тело открыто, парение намного эффективнее, намного приятнее, чем в купальниках. Одноразовые тапочки. Мы очень часто наблюдали, что одноразовые тапочки не включают также в пакет, и клиент должен приходить со своими сланцами или какой-то со своей обувью. Подчеркнем, что это уместно для фитнес-центров, для бассейнов, это уместно для каких-то крупных аквапарков, но совершенно неуместно для спа-центров. Поэтому мы рекомендуем не дорожки одноразовые до душа, а мы рекомендуем одноразовые тапочки. Так, наш клиент с вами вышел на приступок, мы ему помогли снять мы его сразу же завернули в простыни или в полотенце, подали ему одноразовые тапочки, помогли снять одноразовые носки, выдали ему мочалку, выдали ему гель, дали ему шапочку для душа, если это девушка, именно целлофановую шапочку для душа, и проводили, помогли подойти к душу.
Это все не только гигиена, это в первую очередь сервис. И когда мы будем говорить о сервисе, отстройке от конкурентов, все вот эти атрибуты, они создают ту упаковку вашего бизнеса, которая запомнится вашим клиентам. Они увидят, насколько у вас все чисто, аккуратно, приятно. И тогда ваша процедура становится действительно конкурентоспособной на рынке. Здесь я привела краткий пакет расходных материалов для класса масс-маркет и middle-class. Можете с ним познакомиться, сформировать его для себя, так как вы это видите, под конкретную процедуру. Одноразовые вот эти вещи все войдут в ваш пакет после того, как будет прописана технологическая карта, когда вы будете видеть свой формат и когда вы попробуете эти расходные материалы, заказываете, смотрите, конечно, выбираете сами поставщика или если уже у вас кто-то есть, воспользуйтесь его услугами. Здесь нам с вами очень важно понять, что уязвимость женщины – это ее длинные волосы и ей некомфортно накрученные на голову полотенца, что душ – это отдельная процедура от кедровой бочки и клиенту очень приятно, когда мы меняем шапочку и выдаем мыло, и что нам очень необходимы как одноразовые носки, так и одноразовые тапочки. Обслуживайте своих клиентов внимательно, с удовольствием, и они будут к вам лояльны и, конечно, очень благодарны.